В Новоуренгойском Газпромтехникуме лучшим студентам вручили именные стипендии от Газпромдобычи Ямбург. Традиционно это тройка студентов, учащихся на пятерке и четверке, с высокими достижениями в научно-исследовательской деятельности и спорте. Именно это учитывала специальная комиссия на предварительном заседании. По итогам промежуточной аттестации стипендиатами компании стали Дмитрий Тищенко, Никита Федоров и Кристина Юрьева. Мы сейчас будем подготавливаться к написанию диплома. Это нужно будет закупить большую кучу бумаги, затрат на печать. Сейчас это очень сильно поможет, ну и плюс ко всему можно себя немножко похвалить и побаловать за то, что ты правда старался и этого заслужил. Цель учреждения именной стипендии основная – это мотивация и социальная поддержка наиболее одаренных студентов профильных образовательных организаций. Кроме того, именные стипендии повышают престиж компании и позволяют привлечь молодых специалистов к нам на работу. Ежегодно Газпромдобыча Ямбург принимает в свои ряды выпускников техникума. Обладая серьезным багажом знаний и умений, они активно проявляют себя в научно-практических конференциях, спортивных соревнованиях и успешно поднимаются по карьерной лестнице. Алмаз Абдельманов, Ашот Сарксян, Новоуренгой, специально для Я ТВ.